Русские усадьбы Смоленщины ждут гостей. Загляните в гости к княгине Марии Тенишевой. Меценатка и коллекционер создала в Талашкино настоящий художественный центр с европейской известностью. Здесь творили Репин и Врубель, играл Стравинский, пел Шаляпин. Только в Талашкино можно увидеть удивительную мозаику Николая Рериха «Спас нерукотворный», а также сказочный теремок, построенный по проекту автора русской матрешки Малютина. Откройте для себя романтику дворянских поместий земли Смоленской.